Программа «60 минут» о самом главном. Выборы на Украине уже сейчас можно признать нелегитимными. Такое мы приняли решение. Петро Алексеевич нам помог. Украинский президент пообещал закрыть границу и не пропускать ни одного российского наблюдателя. Соответствующий приказ, указ будет отдан пограничникам в самом скором времени. Причем ограничения будут действовать даже в отношении тех россиян, которые должны находиться в составе международной наблюдательной миссии ОБСЕ. Ну, казалось бы, нет, претензий именно к русским. Нашим пограничникам также не следует расслабляться. Новый штурм Керченского пролива не за горами. Это тоже официальное украинское обещание. На этот раз Порошенко надеется пройти пролив с женщиной, наблюдателями ОБСЕ на борту. Примета моряков о том, что женщина на борту к беде нашу старую подругу Ирину Геращенко не пугает. Порошенко она верит больше, чем в приметы. Ну а про наблюдателя ОБСЕ моряцкие притчи, естественно, умалчивают.